Ты меня слышишь? Я тебя тоже слышу. Я не знаю. Нажимай запись. Окей. Подожди, к кому нам присоединиться? Так. Чупакабра. Ладно, давай начнем сами по себе. Для начала. Привет, я тебя вижу. Да. Ну все, поехали. Господи. Ты куда там так бегаешь? Мы настроены серьезно, а не просто так побегать. Ну да, это логично. Ты говори, куда мне идти? Я не знаю. Ну давай, я пойду поближе к камню, потому что здесь понадежнее будет. Ты где? Я тут ботиков убиваю. Пока что. Сейчас я к тебе приду. Ну вот, я уже у тебя. Угу. Я тебя вижу. Друзья, где вы? Давайте идите к нам. Но у нас еще мало очков, можете подождать. Ага. Абадон с нами, привет. Где ты? Я тебя не вижу. Кого? Тебя, ты. Меня где? Нет в игре. Я сейчас жду, когда он станет меньше. Так, я вижу Про с нами. Давай я присоединю его. Есть. Нажал. У тебя уже почти 95 тысяч. Чего вас там так много? У нас один из друзей, no problem. Первый 124 тысячи, но он, знаешь где, он на воде около, блин, ёшкин кот. Я что-то зазевался, слушай, меня очень тупо окружили. Ясно. Ну ничего, я тут тоже буду крутиться. Я попал в очень узкий круг такой, идиотский просто. Ой-ой-ой. Я попал в двойной круг, слушай, тут вообще ситуация плохая, честно говоря. Конечно, ну, дал я немножко пространства. Здесь тоже возродилась. Ну, в общем, нас тут трое, походу. Так, я в противоположную. Тебе знаешь что? Надо выйти, убиться, да, и присоединиться к нашему другу, который находится внешне за кольцом. А у нас, по-моему, нет друзей, которые внешне. Которые за кольцом, нет друзей? Не-а. Ну тогда все, мы будем ждать, пока он ошибется. Тогда мы попали. А, нет, у нас есть один друг внешним. Он у тебя есть, друзья? Не-а. Ну ладно, тогда жди. Можешь тут покружиться вместе со мной, просто так. Да мы, по-моему, здесь все. Кружимся. Очень тупо. Опа, и глупо я попал. Есть. Супер вообще. Кто это нам помог, не знаешь? Не в курсе. Это была моя ошибка.
Так что, друзья, спасибо, что вы помогли. Все друзья вообще помогли. Но у тебя игра не лагает? Нет. У меня тоже нормально все. Хотя, ну у тебя-то новый компьютер, у тебя должно быть четко. У меня старый компьютер, и на нем еще идет запись. Ну, вообще, как бы... И все нормально, все в порядке. Смотри, я на втором месте. У тебя первая жизнь или вторая? Скорее всего. Ты не знаешь, да? Да. Ну, лучше... Скорее всего, вторая, но, возможно, и первая. Господи, про-малявка вылетела. Ну, у меня вторая жизнь, в общем, это я сейчас точно знаю. Была вторая, да? А, нет, вот у тебя вторая сейчас. Да. Ну, слушай, тебе лучше эту жизнь потерять. Окей. Подожди, подожди, стоп, поздно. Сейчас меня объявят. Все, ходи со мной до конца. Ну да. Если сможешь. Теперь внимание. Ну, к сожалению, вторая жизнь. Что-то как-то слишком быстро все произошло. Возрождайся быстрее. Пока я еще это... Реклама здесь еще, ё-моё. Реклама. Ну да, дебильная реклама. Это мешает все время. И ты еще занят. А все, я на втором месте, спокойно можешь. Тебя я буду Блин, ждать. Фух, как тут сейчас меня пронесло, а? Опасно было. Жаль, что я этого не видел. Я опять первый, ты где? А вас слишком много. Ой-ой-ой, а нет, уже второй опять я. Все, я пришла. Мастер СП, привет, ты наш очень хороший друг. Но он сейчас не за нами, не за нас играет, к сожалению. Слушай, мы сейчас хорошую добычу взяли. Я не вижу свой хвост, все, вижу. Танго, спасибо. Я понял, что ты следишь за ситуацией. Я за кем-то иду? За танго, что ли? Нет, рисковать, ребята, я не буду, все. Минус один зеленый. Ну, поставь. Фу, блин, да я тут чуть-чуть не лоханулся сейчас. Смотри, я первый, осторожно. Не убейся только. Ну, я чуть-чуть этого не сделала. У тебя первая жизнь? Вторая. Ой, да, первая. Всё. Первая? Все, суши. У меня еще две. Так, что тут происходит? Сейчас объявят меня. Хотя, может быть, и нет. Там сзади на пятки наступает Кейл. Блин, он меня опередил. Мне не хватает каких-то там пару сотен. Даже не знаю. О, все. Давай я убьюсь и тебе дам. А. Все, объявили, суши. А я что-то такая не убилась. Ты можешь, знаешь что, просто встать внутри меня и отдохнуть немножко. Потому что, возможно, что будет долгая тут канитель. Ну, я пока что немножко очечков наберу. Ну, попробуй. Ты только там не убейся, потому что меня сейчас будут поджимать, а уходить мне некуда. Меня уже со всех сторон тут прессуют. Постараюсь.
Понимаешь, вот лезут на свой страх и риск. Да, тут начинаются такие тяжелые бои. И Серкан здесь. Серкан тут как тут. Знает, где ему быть. Все тут. Сейчас здесь сложные соперники. Ну а ты что думала тут? Я хочу их прочитать, как они называются, но не успеваю их увидеть. Шалунья пыталась пошалить. Не прокатило. Господи, я не увидела Серкана, и просто... Он такой маленький был, но я осталась жива. Ты что, убилась, что ли? Нет, я жива, как-то осталась. Не смей. О, наш друг решил нас тоже немножко поприжать. Тут очень много мелких, да, и с ними, конечно, тяжело тут тягаться, потому что очень они шустрые. Но тут Танго молодец, как бы нас хорошо так страхует. Видишь, надо нам... Какая-то гнида тут пытается под меня подлезть. Кирилл убийца. Шалунья, опять ты хочешь пошалить? Опа, осторожно. Вот это самые такие опасные моменты, когда все вот в этом вот нектаре. Я сколько раз вот убивался, какая-то малявка передо мной вдруг. У меня то же самое. Начинает игру. Поэтому я всегда так это очкую с такими делами. Ну видишь, мы как-то так держимся, но очки у нас не особо прибавляются. Потому что не дают ничего нам сделать. Это логично. Опять этот Кирилл. Попытался напакостить. Но у нас очень хороший друг Танго. Просто молодец. Он реально выручает. А меня начинают поджимать. Меня тоже. Меня тут зеленые смущают только. Танго, давай, да-да-да, сделай нам чуть-чуть пространство. Хотя бы вот так вот сейчас сделаем. Потому что иначе нам придется потом думать, как уходить из круга. А это очень неприятный момент. Ах, не хочу разворачиваться. Хотя... Соблазн был очень велик. Вот здесь, где зеленая вот эта толпа, там много малявок. Вот как в меня сейчас летело.
Но ты держись, потому что если меня убьют, я к тебе присоединяюсь. А ты не думаешь, что я быстрее умру, чем ты? Танго, что там тебя беспокоит? Ты кого-то хочешь убить? Или сам убиться? Да, так можно долго, конечно, ходить. Это что было? Это я. Там малявка просто. Все умерли. Подожди, сейчас. Танго остался. Да, он остался, но у меня... Я попыталась... Все, он тоже умер. И Танго убит? Да, все. Фу, мне помог какой-то друг. Кто это? ГР. Просто спас меня. Слушай, я еле-еле выжил, ё-моё. У меня почему-то реклама не крутится и всё зависло. Присоединяйся быстрее. Я перехожу. Я сейчас перезайду. Я попробую восстановить круг, но тут очень все плотно. И вот этот друг, ГР Тимофей, слушай, он меня реально выручил просто. Танго уже с нами. Ты где? Я пытаюсь перезайти, потому что у меня все зависло. Реклама? Да, реклама зависла, все зависло вообще. Атас всему. Вот, все, я здесь. Я второй, так что есть еще время. Все, я тут. Постараюсь быстро набрать очки. Господи. Что это было? Ну вот этот человек. Тимофей, да, просто выручил реально меня. Я так думал, что я уже все. Повезло. Так, я не рискую, ребята, я хожу медленно. Чупакабра, привет! О, Чупакабра, да. Очень хороший. Мы, да, в прошлый раз с тобой много медных труб прошли. Малявка! Господи, как я осталась жива, господи. Кто умер? Ну, ты еще пока можешь рисковать, но лучше не надо. Я этого и не пытаюсь сделать почти. Потому что... Видишь, места заняты, ты зайти не сможешь, а меня объявят и все. Ну да, это логично. Ты окажешься... Это кто? Это я. Ну что ты... Я ему пыталась малявку убить. Как же так? Жди очереди, пока кто-то уйдет. Ладно, ждем. Танго, Тимофей, Чупакабра, Марина, 15-15, вижу тебя. Я сразу становлюсь радостным, как только ты здесь. Куда ты пошла? Я убивать ботиков. Да там совсем не ботики. Ну вот с очками у нас проблемы, но никак они не набираются. И видишь, утконос, ну, к сожалению, извини меня, выжил. Молодец. Да, вот в углу там сообщения появляются, да, но когда ты в игре, мне вот смотреть туда как-то вот... Я не успеваю просто за этим следить. Потому что... Ты что, хочешь убиться, что ли? Да, у меня все равно это уже вторая жизнь. Вторая? Ну, сейчас, подожди меня. Блин. Здесь G. Тима. Все. Сейчас приду. Давай, приходи.
нас реклама. Ты далеко? Я? Заходи. Там внутри меня какая-то собака крутится. Коричневая. Мария, Мария, привет. Так, а где Марина 15? Котинай крутится внутри меня. Ты где? Такс. Ты в очереди, да? Да. Все, очередь закончилась. Всем привет. Так, вот, вот это бот или нет? Вот эту гниду да, убери отсюда. Так, я за очками. Мне не хватает бинокля. Так, хочу его взять. С биноклем намного спокойнее себя чувствую. Он так уже долго, по моему мнению, уже первый? Да, смотри, только не убивайся. Я? Да. А, он умер? Я только хотел... Сейчас объявят, сейчас нас объявят точно. Кто-то убился, кто? Не я. Не понял, кто. Меня зеленые немножко смущают. Смотри внимательно, меня со всех сторон атакуют. Ну тут можно выйти, если что. Пока что. Подожди, нам рано еще выходить. Я знаю, да, но просто вот здесь проходит так, тут небольшой. Очень мощная команда зеленых. Синий внутри. Ну там отлично сработали. Танго молодец. Ой, ребята. Немножко мне так было стрёмно, но я слегка рискнул. Что с зелеными? Они что, нас окружили? Нет. Они не окружили нас, это точно. Потому что я создала двойной круг. Молодец. Да, сделаю еще один круг, чтобы им не повадно было. Кто-то опять погибает из наших. Это ты убилась? Нет, остался танго, я и ты. Все, нас трое опять. Опять наша тройка. Чебуречек. Вот и вышел человечек, когда съел я чебуречек. Так, я отдыхаю, все сушу. Зеленые нас, если что, не могут окружить. Они, смотри, они сами будут убиваться. Они нам... Внутри тебя какая-то маленькая тифлюшка. Бот? Да. Ну, если бот, фиг с ним. Это даже танго хорошо. Умер. Танго, ай-яй-яй, танго, танго. Об зеленый, кстати. Он уже с нами. Нас что, окружили? Ну, я на всю длину кручусь. Я думаю, что это ненадолго. Понимаешь, вот когда тебя вот так вот в длинную душат, ты, главное, не спеши. Не рискуй, они сами поубиваются. Такой огромный круг они не смогут долго держать. Ну, потому что если кто-то один умрет, то все. Да, их просто покоцают сразу в колбасу, порежут. Потому что видишь, сколько там врагов вокруг них еще. Тут главное это самому не... Ну, команда у них мощная, конечно. А вот и все, видишь? Они отдали свой круг. Уже другим. Все, да, недолго они прожили. А где танго? А? Танго ушел. Да.
Да, нам все Печаль. тяжелее и тяжелее, но надо держаться. Ты видишь, зеленые, они не оставляют попыток, и они пошли опять в окружение. Но я пока что не могу сделать больше круг. Больше не надо делать. Ходи так, как ходишь. Единственное, можно от какой-нибудь малявки сдохнуть. Да, Darkness, ты это нам опасен, как я вижу там. Такой опасный. Я чуть-чуть там расширилась. Чуть-чуть. Вика, это я. Ну, прям как по заказу. Чего? Ну, Вика, это я появилась. Тоже нас поджимает. А. Она не наш друг, но наш постоянный соперник. Ясно. Всегда нас пытается ущипнуть. Я чуть больше стала. Чуть-чуть. Тут куча, конечно, людей убиваются. Ты там держишься? Я просто иногда тебя не вижу. Я чуть-чуть не сдохла. Мне не, просто не вздумай, фартануло. Не вздумай. Мне просто повезло. Это уже не первый раз за сегодня. Фу, блин. Ну, сейчас я немножко, конечно, был на волоске. Серкан, ты запоздал, мой дорогой. Мы можем уйти, если что. Хорошо, у нас хороший круг большой. Не надо никуда уходить. Так и ходи спокойно. Я просто не вижу, где у тебя там конец кончается, поэтому... Ты хочешь внутри меня уйти? Пока не надо. Все, я на максимум уже. Если там серьезный враг появится, будет меня вот реально поджимать, причем по-жесткому, то я тогда попрошу о твоей помощи. Угу. Но пока никого нет. Пусто. Причем как-то они отступили. Зеленые пропали. Ну, зеленые, видно, плюнули на нас, решили на нас время не тратить. Типа достали уже. Да. Ну, действительно, что им так долго терять время? Они могут на воде там накрошить, знаешь, сколько народу. А вот, кстати, возвращаются они. Они вернулись. Вот это поворот. Но мы вот стали этот больше. Чебурек. Я подросла, можно так сказать. Я расширила свой круг. Анна АБ. Наш один из лучших друзей. Рядом с нами крутится. Молодец. Анна АБ, давай поближе к нам, чтобы другим неповадно было нас окружать. Если мы так будем долго кружиться, можно поспать немножко. Вика, ну я знаю, что твоя благодарность, так сказать, иногда бывает обманчива. Анг! Тут рядом с нами. Анг? Да. Где он? Он рядом со мной там на конце. Я с ним поздоровалась, он со мной. Анг! Он, а, вижу, да, он за белых, за облачко, да? Да. Ангт, самый наш такой лучший долгожданный. Хорошо, что он, ну, он чуть-чуть опоздал присоединиться к нам, да? Хорошо было бы его увидеть в команде. Ну, в следующий раз, скорее всего, потому что сейчас... У меня рука вообще затекла уже. Боюсь менять позицию. Сер,
тоже тут. Ну, так сейчас все здесь будут. Ты главное держи круг четко. Тут просто такой куш дали. Здесь что-то лагать стало вообще. Я уже все хожу без ускорений. Я тоже. Не рискую вообще. 480 тысяч всего лишь. А играем уже час, наверное. Ну да, может чуть меньше. Вижу балабона. Я немножко за счет тебя расширяюсь, потому что тут как бы мне немножко стрёмно расширяться. Хотя возможность есть, но я вот, видишь, вот они сразу налетают на меня. Я тоже немножко расширяюсь, тем более, серкан. Да, тут все вообще. Уж он-то свою возможность не упустит. Логика. Ах, я опоздал чуть-чуть. Ребятки. Видишь, Серхан хочет подлезть так, чтобы его видно не было. Фу, хоть где-то немножко очечков хапнул. То прям совсем ничего не дают сделать. Танго. Я понял, дорогой, ты мысленно с нами. Танго тоже там? Ну да, он за красных играет. Корова, привет. Корова очень хороший наш друг Анг. Анг, очень рад тебя видеть. Мы все рады тебя видеть. У меня настроение даже улучшается сразу. Кстати, танго нам дает больше места. Ну хорошо. Мне пока места хватает. И Анг. Корова поздоровалась с нами. Помню, кто-то спрашивал, почему я только приветы передаю. У меня рука на одной этой кнопке. Я как бы, если начинаю кнопки перебирать, начинаю суетиться. Поэтому рисковать не хочу. Хотел крутануться, нет, не пойду. Мало ли чего, враги не дремлят. Ах, хвост немножко потерял. У тебя еще большой круг? Да. Ну, я смотри, я хочу немножко круг у тебя... Из тебя как бы уходить, а наружу сделать больше. Потому что иначе мы не расширяемся. Ну,
тут надо смотреть в оба, потому что тут не дают, конечно, просто ну, да. Так вот. Какая-то малявка выскочит из-под кого-то и все. Меня подрезали. Это ты? Да. Я сейчас возражусь. Возрождайся сейчас. Да, сейчас. Ну, быстрее, потому что... 20 секунд, мог... подожди. А, ладно. Ты скажи, когда ты будешь возрождаться, потому что ты можешь сразу убиться, если здесь будет затор такой мощный. Скажешь, я в центр немножко уйду. Вот сейчас я возрождаюсь. Давай. Все, спасибо. Все? Вышла на орбиту, отлично. Все, мне сразу стало легче. Ходи по моим следам, теперь нам не дадут расшириться. Хорошо, что у меня две жизни, а то я уже думал, что у меня одна. Ну, здесь очень опасно, слушай. Да, я так даже это... не выйти. Я сужаюсь постоянно после каждого круга. SM Master SP. У него свой канал на YouTube есть. Может быть, он тоже видео снимает. Ясно. Не рискуй. Ты сейчас очень сильно рисковала. А я всегда так хожу. Ну, нифига себе. Я бы не стал на твоем месте так это. Ну, я не знаю. Мы до тонны-то дотянем. Ой, это я не знаю. Осторожно. Я вот так все время попадаюсь. Ты просто ходи наверняка и все. Крутится. Ух ты, блин. Слушай, я как-то его не увидел, этого красного, и чуть-чуть не влип, а. Ясно. Осторожно. Слушай, тут очень опасные малявки. Да. И они очень скрытные, не вижу я их вообще. И мы все уменьшаемся. Ничего, не торопись. Ходи спокойно и все. Амг. Ну ты молодец. А как он к нам пробирается? Ты представляешь, с какими боями там? Ну да. Вокруг сражения такие очень жесткие идут.
за позицию. И вот команда красных. Приходится выгрызать кусок за куском. Каждый клочок территории. Вот команда красных очень опасная. Тут вообще нельзя даже... Ты где? Меня подрезала красная малявка, которая выскочила на таран. Я ж тебе сказал. Ой. Ну, благодаря меня тебе сразу я 600... сожрали. Я сразу упала. Тысячу. Набрал. Ну все, отдыхай пока. Ага. Присоединись к Ангу и попробуй с ним сделать кооперацию по освобождению территории. Анг есть у тебя? Да. На... Присоединяйся к нему. Все, ну, видишь, я тут рядом. Рядышком теперь. И ко мне присоединяются еще другие. Ну, другие я вижу. Другие опасные. Ой, ну, что тут это ты было? Можешь, возможно, выйти, но уже не можешь. Там сейчас очень интересно получилось. А? Что-что? Вообще уйти? Ну, что-то рановато. Я уйду, попробую уйти, но... А, ты хочешь коридор сделать для меня? Это можно, кстати, попробовать. Видишь, с тобой там играют какие-то мелкие друзья. Которые тебя убьют, это понятно. Они меня подрежут, да. Поэтому я так вот не пойду сходу на танки. Если бы они убрались бы оттуда, было бы лучше. Я тебя вижу. Ну, как бы мы можем просто тупо закрыть команду, и я сангом могу быть только. Сангом. Я все забываю, что это ты первый, ё-моё. Чего? Я все привыкла, что я могу через тебя проходить. Я уже просто... Все. У меня есть иногда возможность вообще уйти отсюда, но... Как-то вот я... дрейфю. Может быть, зря. Я сейчас рискнул. Ой-ой-ой. У нас тут разрослись белые. Я вижу, они на меня нападают. Надо было закрыть команду там, где я и только Ам. Блин, и я чуть даже сейчас это... Не убился от наших... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, хотел... завиток сделать, но нет. Вот это белые, это вы? Да, это мы все. Вы что, хотите меня поделить, что ли? Ну, по частям? Я нет, некоторые да. Я понял. Но я вижу тут много всяких шакалов в вашей команде, которые... Да. Просто... Опа-на! Ты умер? Уву, причем меня убил мой же друг, да. Нифига. Слушай, ну что делать-то? 11 500 000, ну давай я... Нет, не смог я набрать еще. Жужей можешь сыграть. Ну, я Жужей. Я Жужей, я уже сыграл. Ну, ну что, все, присоединяться к тебе? Ну, я не знаю, как хочешь. А, ты облаком играешь, сангом? Слушай, мне надо отдохнуть. Паузу сделаем, потом посмотрим.